Добрый день, скажите, пожалуйста, почему именно вы кандидат в мэра Бельц, а не представители Бельц, кто-то местный житель? Вы знаете, для меня это в первую очередь большая честь и огромное удовольствие быть кандидатом в вашем прекрасном городе. У нас вообще существует такая практика в партии, и вы, наверное, все помните, что в 2015 году именно Илон Шор, не житель Аргеева, стал примаром Аргеева. И на сегодняшний день это самый развитый город, я не побоюсь этого сказать. Все прекрасные практики и эффективные мы обязательно перенесем сюда, в муниципальный Бельц. Ну и будем развивать город более широко, масштабно, потому что он больше здесь, больше населения. Он является вторым городом в нашей стране, северной столицей, ну и должен выглядеть как северная столица. Так получилось, что 21 ноября у вас состоятся досрочные выборы. Я сразу говорю, не планировалось, что я буду кандидатом. Вообще мы очень долго думали, принимать ли участие. Но если принимать участие, то обязательно выигрывать, работать, показывать жителям результат. Поэтому было принято решение, которым я горжусь, что я буду кандидатом, имея определенный опыт уже и в работе мэра, но и также в административных процессах и в процессах управления. Поэтому 22 ноября надеюсь, что стану вашим примаром. И я думаю, что за очень короткое время, за полтора буквально, год-полтора, вы поймете, почему именно я, почему именно мы. И мне не хочется сейчас делать какую-то рекламу нам, потому что за нас говорят, в принципе, поступки, факты и те проекты, которые уже реализованы. Но мы хотим доказать это на практике. Все, что вы видели, может быть, в Аргееве и в других администрациях, где мы управляем, все тоже будет, естественно, в Бельцах, дороги, свет, развитая инфраструктура, абсолютно вся. Детские площадки, спортивные площадки, садики, школы, больницы. Конечно же, ваш аэропорт должен быть модернизирован. Вот сейчас было прямое включение об экономическом блоке, говорим и о социальной сфере. Каждая сфера нуждается в поддержке. Мы обязательно это сделаем. Мы обязательно найдем возможность повысить эффективность работы экономики муниципия и за счет муниципальных предприятий, и за счет эффективной работы, и за счет того, что будем привлекать инвестиции, за счет модернизации аэропорта и других крупных объектов. Но самое главное, чтобы мы в первую очередь понимали, куда уходят средства и очень грамотно их тратили, а не так, как это происходит в большинстве примарий. А вы уже нашли место для жилья? Это было... Что вы ищете жилье? Да, я ищу до сих пор жилье. Это не так легко прямо сразу, тем более сейчас очень плотный график. Надо, конечно же, обратить на это внимание более углубленное. Но я вам честно скажу, мне очень нравится. Я очень хорошо себя здесь чувствую, поэтому я с удовольствием... Ну, вы понимаете, это город больших проблем. Во всем. У нас страна больших проблем. Входя в политику, мы это понимали. Я не буду спорить с вами, что в большом городе больше проблем. Но вы знаете, когда ты приезжаешь в коммуну, где 4 села, где нет туалета, света, канализации, коммуникации, водопровода. Я не говорю, легче это и сложнее, но это тоже сложный административный процесс. Здесь мы видим очень серьезный потенциал и очень хорошую возможность по-настоящему реализовать нашу программу, потому что для нее требуется тоже определенный масштаб. На центральном уровне мы, к сожалению, все наши инициативы сейчас не можем применить, потому что они, как вы видите, не принимаются парламентским большинством. Поэтому мы приняли решение опять пойти снизу вверх. Если мы можем быть полезным более чем 100 тысячам граждан, это уже будет конкретный результат, который увидите вы, бельчане, который увидит север, который увидит страна. В принципе, те мотивы, которые сподвигли нас быть здесь и ежедневно обсуждать с гражданами, опять же, детально нашу программу, которая содержит абсолютно все необходимое для хорошей жизнедеятельности и для полноценного развития такого широкого, замечательного города. Знаете, не каждый город, даже в Европе или в странах зарубежья, может похвастаться такой прекрасной площадью, такими широкими улицами. Но они должны быть
облагороженными, ухоженными проспектами. А сейчас, ну, мы видим, что нужно поработать. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.